И всем привет, ребят, с вами Мистер Майкл, записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору одного из очень интересных устройств из командных контрактов. Ну и сегодня мы протестируем его, протестируем этот шреддер. Многие меня, ребята, просили, что очень мало обзоров есть с этим устройством. Непонятно, как оно работает, насколько оно сильно, и нужно его протестировать. Этим делом мы сегодня вместе с вами и займемся. Но если вы ждали этот видеоролик, если вам нравятся вообще подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком. Не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас в игровой аккаунтике установите мой личный так тимп. Дальше оформляйте покупку магазине, ну и заполните форму, которая есть в описании. Что же касаемо наших командных контрактов, то устройство с шреддером выглядит довольно интересно на бумаге. Оно увеличивает урон нашего вулкана, но при этом довольно сильно приваривает нашу башню, что становится очень трудным в его реализации. Но так ли это на самом деле, насколько это будет сложно или не сложно в плане реализации, сегодня мы вместе с вами проверим. Возьмем Гипериона, возьмем Викинга с драйвером, именно с Викингом, в моем понимании, лучше всего реализовывать это устройство. Ну и, как мне сказали, под Викингом, под овердрайвом, там колоссально большие цифры урона начинают вылетать. Ну и попробуем все это дело реализовать. Так, по резисту я думаю, что тоже возьмем что-нибудь от дальнобоев, потому что у меня тут стояли резисты. Под ДМ режим возьмем, давайте, Риса Страйкер и Скорпион. Ну и запикаемся в быстрый бой, не будем здесь ничего выбирать. Пикнем туда, куда нас закинет. Вообще, мне сказали, что этот вулкан можно пробовать очень вкусно реализовывать в режиме Джаггернаута. То есть Джаггера с овердрайва Викинга этот вулкан сбривает там буквально за 5 секунд. Ну и меня запикивает на ТДМ-очку на полигон. Отличная карта для реализации такого вулкана. Ну и будем пробовать. Будем пробовать, будем смотреть. Да, башня приваривается довольно плотно, поэтому нужно будет постоянно отжимать пробел и стараться не зажимать как раз таки кнопку. Но если начинать накидывать урон, то цифры урона выглядят реально очень и очень приятными. Прям максимально приятные цифрочки залетают, еще и учитывая тот факт, что у нас, наверное, особо большого количества резистов здесь от вулкана не будет. Ну, вообще, пока что 0 резов. Но если даже и возьмут резисты, то, наверное, там большого количества не будет. Ну и как раз-таки там с маленькой средней дистанции, я думаю, что можно очень плотно накидывать урон. Да, то есть вот по цифрам, если так посмотреть, то уже видно, что вылетает прям очень такая приятная тушеночка. Но единственное, только тут выбор, либо взять иммунку от поджога, чтобы зажимать посильнее, либо иметь как раз-таки драйвера на Викинга. Сейчас посмотрим. Раскрутка просто баллона довольно-таки долгая. И я уже начинаю задумываться о том, что мне лучше все-таки взять иммунку от поджога. Все-таки иммунка от поджога дает мне возможность полностью зажимать свой вулкан. И даже учитывая тот факт, что у меня не так быстро крутится башня, все равно это будет по ощущениям намного-намного продуктивней, да, то есть устройство довольно сложное в плане реализации, да, это не какое-то устройство по типу пульсара на вулкан, но цифры урона при этом выглядят тоже очень и очень хорошими, да, то есть исходя из того, что я вижу, хоть и реализовать тяжело это устройство, но циферки такие прям максимально приятные начинают залетать. Единственное, надо просто привыкнуть к этому устройству, как его правильно реализовывать, как с ним правильно двигаться, чтобы подстраивать именно свою башню под накидочку урона. Это, конечно, немножечко сложновато, да. А так урон, конечно, очень и очень неплохой у нас залетает. С разворота корпуса проще здесь играть. Ну, блин, тут начинают нас просто очень жестко респить. Это противники какие-то суперсильные попались у нас в рамках этого боя. И у меня даже особо нет возможности на раскрутку своего замечательного вулкана. Постоянно какой-то урончик у нас здесь залетает. Ну а так 350 урона с одного тика у меня летит. 350 урона. Это очень хорошие цифры. Да, то есть 350 урона с одного тика, это, ну, это колоссальный урон. Прям конкретно колоссальный урон. Так, по резу, что там взять? Молот, гром, рельса, я смотрю по пушкам, да.
Возьмем быстрый резист, чтобы хотя бы немножко побольше пожить. Молот, рельса и... Что там был гром, да? Но все равно, в плане удобности, я бы использовал бы пульсар, да? То есть пока что я не вижу аргументов особо использовать это устройство вместо пульсара. То есть я не скажу, что это какая-то имба. Да, то есть, ну вот с пульсаром я бы быстро раскручивал баллон, и вот таких типов я бы мог бы моментально респить. Моментально мог бы респить этих типов. Здесь у меня пока башня раскрутится, пока я начну накидывать урон, учитывая, что у меня еще и приварена башня. То есть здесь нужно очень сильно подстроиться под ситуацию, чтобы реализация этого устройства была на хорошем уровне. Да. Пульсар в плане возможностей, в плане мобильности, в плане удобности, он значительно проще. Да, то есть тебе не надо там выдумывать, придумывать, как тебе там реализовать все дело. Ты просто взял, зажал кнопку и начал накидывать плотно. Да, но здесь зато цифры урона значительно больше. Да, то есть если вы привыкнете, как управлять, как пользоваться этим вулканом, то в моменте вы сможете делать большое количество киллов. Это 100%. Прям 100%. Но другой вопрос, насколько много времени вам придется потратить, чтобы привыкнуть к этому всему моменту. Привыкнуть к аппарату, так сказать, да? Так, ну меня здесь опять респят. 9 киллов у меня, 10 смертей у меня. То есть пока результат плохой, очевидно. Очевидно, что это плохой, слабый результат в бою. Но урон, если вот начинать накидывать, урон прям выглядит хорошо. Прям реально хорошо. То есть цифры, которые я вижу, они мне реально нравятся. Другой вопрос, что я не могу пожить от слова совсем. Да, и не могу раскрутить этот урон. То есть идет хороший фокус от оппонента, и за счет этого хорошего фокуса у меня нет практически никакой возможности нормальный урон понакидать. Так, здесь взял резист, и рельса просто прожимается, и я не успел вообще ничего сделать. Просто молочный овердрайв от викинга получается. По итогу, значит, лучше у нас все-таки не с викингом это устройство реализовывать, а, например, с каким-нибудь хантером. Да, то есть у вас будет возможность прожатия овердрайва в оппонента, а не попытки раскурки, да. Все-таки урон и так у устройства хороший. Я не вижу особо смысла использовать его как раз-таки под овердрайв викинга. То есть можно спокойно взять, например, хантера. Но я уже не могу переодеться, потому что я иммунку менял. А так вообще можно взять Хантера и с ним подраздать контент, а также само с иммункой, только у вас будет еще возможность дополнительного прожатия урона. Ховер танк под это устройство не подходит, потому что у вас будет очень сильная проблема в наносе урона за счет того, что у вас жесткая приварка, корпус будет на разворотах постоянных, да, и, например, нелетающий корпус реализовать в этом плане становится значительно проще. Но другой вопрос, как вы подстроитесь под накидку урона, да, с такой приваркой? То есть вы видите, да, насколько сильно у вас приваривается башня, то есть вы должны постоянно работать корпусом. Рикошеты есть, да, но если по вам будет наносить все равно большое количество урона, то раскрутиться будет крайне сложно. Да, то есть башня у вас не крутится, вы раскручиваете свой корпус под накидку урона, но противник может успевать все равно, если там мобильный противник, то он будет успевать переезжать, перекатывать. Да, плюс от меня уже вон резист. Взяли две штучки. Резист, я думаю, что не проблема, конечно, для этого устройства, но другой вопрос, как быстро и просто вы сможете реализовать свой вулкан, когда он у вас прибарен. Поэтому я все-таки считаю, что лучше использовать пульсар, да, и не тратить на это устройство с командных контрактов дополнительные очки. Да, ну я точно не вижу в этом никакого абсолютно смысла. То есть в моем понимании пульсар значительно сильнее. Прям значительно сильнее, чем это устройство. Потому что ты мобильный, ты наносишь все статус-эффекты, ты быстро сливаешь противника. Нет у вас пульсара, но берете адреналин. Также будете мобильны, только без критического урона с всеми статус-эффектами, а просто с большим мобильным хорошим уроном. Да, цифры здесь вылетают приятные. Да, но какой мне смысл от этих цифр, если я больше половины времени вынужден потратить на то, чтобы раскрутить свой ствол под нужный угол
И противник может просто в моменте откатиться от меня и не дать мне абсолютно никакой возможности наносить по нему урон. Да. Поэтому здесь, наверное, все максимально ясно и понятно. В упоре, конечно, наверное, немножко попроще. Можно подраскрутиться, но все равно даже в упоре сложно. Даже в упоре сложно раскрутиться. Ну а по катке у нас вообще просто супер мясная катка. 4 минуты до конца, 14 киллов у меня. Это я еще с 14 киллами на первом месте каким-то образом нахожусь. Ну и вот так вот тихонечко-тихонечко пытаюсь раскручивать. Но неудобно все равно. Очень сильно неудобно все это дело реализовывать. Поэтому это больше не игра в кайф, а больше страданий. Да. Может, конечно, если там поиграть на нем подольше, привыкнуть там жестко, то, может, и будет тогда реализация хорошая этого устройства. Но, исходя из того, что я вижу, оно явно того не стоит. Да, то есть это не дистанционный подрыв, который может там условно жестко нагибать. Да, может быть, против каких-нибудь крипов это устройство будет давать результаты, потому что урон хороший, да. Но это должно быть именно под стоячие танки, да. То есть если вот просто куча стоячих танков АФК будет стоять, вот на таких васпиках, как там чел, да, и я смогу просто под него струю подстраивать, то урон будет залетать хороший, да, факт. Но если будут играть вот такие типы, жестики, которые там двигаются по карте, мансят, прячутся в зонах, где сложно достать, да, то тогда я с таким устройством буду просто страдать, страдать и еще раз страдать. И у меня не будет возможности особо ничего здесь сделать. Так, конечно, интересная идея, но я бы сказал, что этому устройству надо, чтобы у него не так сильно башня приваривалась. Такой сильной приваркой, ну, я не вижу возможности его реализации. Такой хороший. Даже с такими цифрами урона оно все равно не окупается от слова совсем. Да, поэтому те ребята, которые, например, думали взять себе это устройство или не брать это устройство с командных контрактов, я бы сказал, что на сегодняшний момент времени есть намного больше сильных устройств, интересных устройств, которые оттуда можно забрать. Поэтому смотрите обзоры, смотрите интересующие вас устройства и акцентируйте именно на них внимание. Ну а это устройство лучше альтернативно заменить пульсарчиком либо адреналинчиком и комфортно себя чувствовать в боях на пушке Вулкан, потому что Вулкан на сегодняшний момент времени является сильной пушкой, да, очевидно. Это очень сильная пушка, на которой можно зарабатывать, можно фармить прям очень хорошие денежки, да, но эта пушка работает лучше всего именно в тот момент, когда вы можете ее на постоянной основе очень и очень сильно раскручивать. Да, то есть если у вас вот такая приваренная башня, ну сейчас, кстати, результат какой-то пошел, уже 5 киллов в ряд, 6 киллов в ряд почти что есть. Но это, видите, благодаря тому, что меня не сливают. То есть, если я начинаю жить, то уже начинается какая-то раскруточка. Как только я лечу на респ, все становится максимально грустно и печально, да? И как там условно какой-нибудь молот, вот такой вот, либо там рельса, может меня спокойно раскрутить без шансов и отправить на респаун. Так, пробуем забрать этого бойца. Пробуем забрать еще одного бойца. То есть васпики вот такие, боже, как они быстро улетают на респ. Просто как мясо. Просто пушечное мяско. Такое прям супер сладенькое. 26 киллов даже. При этом всем раскладе я 26 киллов еще с этой катки сделал. 26 киллов. То есть, ну, вес в этом устройстве есть 100%. 100% вес есть. Вопрос только сложности реализации. Так-то оно-то урон-то наносит хорошо, хороший. Колоссальный урон наносит. Нагибать на нем можно. Только это все дело работает крайне-крайне сложно. 20 секунд до конца боя. 27-28. Даже в 1 УП я не вышел в рамках этого боя. Даже в единичку я не залетел. Ну и по итогу 27 киллов. Такой катки это все равно. Я считаю, что неплохой результат. Да. Поэтому
Я вам, как говорится, свой совет и свою точку зрения высказал. Дальше уже дело за вами. Думайте, решайте. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Что вы думаете по поводу этого устройства. Если у вас это устройство на аккаунте, то напишите, будет интересно почитать. Ну и обязательно поддержите данный видос лайком, если он был полезен, был интересен, вы его ждали. Проявите максимальную активность, подписывайтесь на канал. Ну, а мне, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.